Шоколадные медали, большие кубки, отличное предпраздничное настроение получили все участники соревнований. Они прошли в Центре дополнительного образования детей «Импульс». На татами вышли юные каратисты. Сергей Михальков наблюдал за битвой характеров. Подобные турниры в «Импульсе» проходят каждый год перед новогодними праздниками. Карате кюкусинкай здесь занимаются сотни ребятишек. Упор делается на работу с самыми юными мальчишками и девчонками. Именно для них и проходят такие турниры, которые сами организаторы называют учебно-тренировочными спаррингами. Сегодня это большой праздник. Сегодня участвуют спортсмены из Колпашево и из Мельникова. В такой мороз показали сегодня просто настоящий сибирский дух. Приехали. По трассе было минус 46 и участвуют сегодня в соревнованиях, поддерживают наш турнир. За сражениями настоящих сибиряков наблюдали их родители. Свободных мест в зале не было. Каждый папа для юного каратиста второй тренер. Заранее подскажет, кому, как и куда врезать и вмазать. Несмотря на официально-тренировочный характер соревнований, на деле дрались мальчишки от всей души. Ведь они делают свои самые первые шаги в большой спорт. И выходить на татами с мысли только о победе нужно приучать себя с ранних лет. Прекрасные кубки, прекрасные медали, прекрасные призы. Очень много людей, которые поддерживают наше направление и конкретными действиями показывают свое отношение к детям. Победители и призеры соревнований получили в подарок грамоты, кубки и медали, в том числе шоколадные. Сладкие новогодние подарки организаторы приготовили всем, кто смог своим выступлением доказать право стоять на пьедестале почета.